И вот снова я в образе Железного Человека. И сегодня, не знаю, что ли мультик какой-то. Ну, просто смотрите. Наконец-то. Боже мой, ну наконец-то я это сделал. Эту маску для Марк 42 я делал, не помню, наверное, 2 недели, а то и больше. Как минимум, мне нужно было изменить дизайн и вставить туда новый микрочип по слаживанию. Ладно, думаю, нормально. Осталось покрасить. Джарвис, покрасишь? Ну, конечно, да. Лови. Рука. Ай! Болит-то как? Блин, 42 таких укола. Немало. Процедура вживления завершена. И... ребята, у меня отличная новость. Сегодня мы будем испытывать очень бойкого и прокачанного братишки. Тест реактивного костюма Марк 42. Поехали. Да что ж такое? Я стал частью чего-то, но все кончилось. Так, что у меня на рабочем столе? Старый реактор. Ножик. Воск для волос. И изолента. Все на помойку. Да, Джарвис. Киллиан? Ты уверен в этом? Ладно, давай. Ну ладно, полетаем. Сдавайся, это конец. Ну почему же он так быстро сдался? Не задачка. Ладно, обсужу это на моем самолете. Да. Что? Как подорвал мои костюмы? Какие оставил? Я понял, лечу. Роуди, ты мне поможешь? Отлично, вылетай. Стой! Я ошибался в тебе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну как он? Как он? У него сломаны практически все кости. Наверное, он на всю жизнь останется коллегой. Ладно, спасибо. До свидания. Номер один. Киллиан, тебе не жить. Не существует.